ну ладно. То есть либо мы как бы держим все на расстоянии и по максимуму я доджу каждую ТВ ракету, ты стараешься попасть, либо после каждого выстрела я сокращаю расстояние. ТВ-ха пошла. Давай. Да вот так вот. Ноги качать. Снимаем напряженку, короче. Нет, что-то так сложно снимается. Надо. А, мы знаешь, короче, в какую игру играли с Лассандром. Называется «Сядь в вертолет, сядь в танк». И, короче, танк стреляет примерно по вертолету, сдача вертолета поймать снаряд. Причем реально так снаряд видно, знаешь, он такой такой глистой такой летит, и то есть его реально поймать. То есть я поймал его с третьего раза. Сейчас будешь ТВ-ху ловить, короче. Ага. Блин, я не понимаю таких людей, которые по 10 минут компы перезагружают. У меня в комп нажатие кнопки минуту включается, не больше. Советую эту аптечку кинуть. Да, я видел. А что нам, зачем НЖ? Будем летать с этими реконами, с оптикой, и бликовать им в глаз. Надо починить танк. Сломали. А что, давай мы на зенитке будем? Это все происки коммунистов! Осторожно! Давай на двух зенитках. Тунгуску у них берешь, я на лаве. Ее не спереть. Там же он на базе стоит. Ну мы на вертолете туда прилетим. А, ну да. Нужно к ним тогда перейти, выкатить ее, я заберу, пригоню на базу, потом ты снова перейдешь. Это хитрый план. Так, усы запалились, полетели. Блин, да. Ой, я его поджег нечаянно. Не мочи пока, все у него откатится этот. У него, кстати, гаситель. Так и тебе надо гаситель поставить. Ты что, без гасителя, что ли? А что, гаситель надо? А что, нет, что ли? А если тебя нурсами захерачат? А чё, можно что ли гасить? А кто вроде в правилах не написано, что запрещено? Ну давай этот. Это же бред. То есть смотри, бред, не бред. Меня... Да нет, он долго еще не откатывается, так что нормально. Тебя быстрее нурсами захерачить, чем он тебе откатится. Не, ну допустим, мне там снесли, у меня осталось там пара хп, я прошел гаситель, хуяк, у меня 37 хп. Да, да, да. Так они тоже там будут делать. Фига себе, что творится. Не, я с гасителем-то вообще никогда в жизни не летал.
Ну, он дольше лучше откатывается. Осторожно! Обнаружен вертолет! Не, ну вообще долго откатывается. Все равно, я думал, как бы чистый хардкор, без всяких там этих гасителей. Что-то не получается у него, что ли, зайти. Смотри, у Чака Норриса заебись пинг. 3. У тебя 10, у тебя в 3 раза больше. Ну все, пипец, тиранилас точно ушатает. Да, все, тут вообще не вылаз. У него, короче, пинг лучше, чем у меня, знаешь, сколько раз? 6. Почти в 7 раз лучше, чем у меня пинг. А что, может, пока постреляемся с ним? Нет? Какой смысл? Да, смысл ноль, потому что... Пусть убивает пока мало. Почему перезапуск был? Да не знаю, тут ники какие-то. 4 игрока старт, а 3 типа раунд на 5 заново начинается. Сейчас у него стрелок зайдет, опять будет этот ребут. Уйо. Че, зашел? Да хрен знаю. Бесконечный рестарт с тремя игроками, что ли? Да. Нет, нету. Все равно погляжу, где он там. Слушай, а ты что, не написал, короче, в этот взвод то, что трансляцию делаешь? Нет. Им не надо, думаешь? Анька говорит, вы правда, что ли, никому не разрешаете посмотреть? Я напишу, что ты транслируешь. Ага. Напиши. Все, вот он зашел. Тогда лети ко мне, забирай меня. На зеленой полянке под ярким палящим солнцем. Эй, братан, полтинник до центра. Не понял. Ну чё, гоу?
что за люди, а? Ну чё? Пиши гоу. В вашем районе замечен вражеский вертолёт. Сам всё держит. Поднулся этого хаплять. Недолёт. Будьте на чеку, вижу вертолёт противника, приём. Недолёт, подожди, дай подлечу. Давай. Так, на базу давай. Ух ты, ёпта. Я совсем пьян. Чё за, в смысле, вертелы? Чё за? Она не про чё.